Какая я мать? Какая я мать? Я пойду! Пойдешь! Как мама Тимофея. Агата, скажите, как вам удается быть и матерью, и актрисой? Да какая же ты мать? Примерно такая же, как и актриса. Я хочу в родительский комитет. А я чувствую, попахивает жареными курочками. Хоккей – это про характер, про силу воли. Мам, ну пожалуйста. И вообще важно не количество проведенного времени, дорогие мои, а качество. О, а вот и мои аниматоры. Тихо! Иногда имеет смысл дать себе пару часов погрустить, нежели говорить, значит, так и надо. Ну, мудрость от Валеры. Намасте. Ну, а если ребенок не доел макарошку, ты ж не будешь выбрасывать? Это вот включается режим помойное ведро. Какая я мать? Вы скоро узнаете. Кто самая классная мать? Ты. И молодец. Сейчас, прости опять.